Режиссер сериала Анна Грейс рассказала: обман – своего рода замочная скважина, через которую зритель увидит то, о чем, как правило, в жизни умалчивается. Сериал о наших слабостях, радостях, переживаниях и о подлости. Он напоминает о том, что любой обман рано или поздно разоблачается, а любой скелет однажды все-таки выпадает из шкафа. Место проведения съемок сериала «Обман» – Украина, старые районы Киева и село Дёныши в Житомирской области. Сергей Лысяный, линейный продюсер сериала, рассказал о сложностях организационного процесса. В сериале немало трюков, сцен, которые мы, думая, организуем эффективно и снимем эффектно. По сюжету один из главных героев является профессиональным альпинистом и пытается возродить горный туризм в своем городе.